Александр, поздравляю тебя с победой. Чемпионский пояс в тяжелом весе теперь твой. И ты не мог держать эмоции сразу после того, как объявили решение. Сейчас успокоился. Какие ощущения, какие мысли? Алхамдулиллях, очень хорошо себя чувствую. У меня был тяжелый полтора года, можно сказать. Два срыва был, у меня получил травму. И пару операций тоже сделано. Сеть не убрасывал. И, конечно, был очень счастлив. Скажи, что касается первого раунда и вообще хода этого поединка, да? Потому что в первый раунд большинство судей отдали Саримгирею, потом у тебя получалось все лучше, лучше и лучше. А это была часть плана такая, немножко переждать и дать ему вымахаться. Ну, в первом мой тренер Мурат Бичу сказал, в первых раундах больше двигайся. И пускай он работает, короче, первый, чтобы вымахаться. Все мы знаем, что вкладываются удары. И плюс я почти два года не дрался, и распределить на 5 раундов. Первый раз тоже 5 раундов в жизни дрался, и поэтому чуть-чуть, ну, непривычно было, можно сказать. Доволен кондициями своими? Вот как ты дышал, как чувствовал бой? Да, я 4 раунда хорошо отработал, просто единственное, чуть в 5 раунде задышался и... Ну, остановился в 5-м раунде тоже, да, чуть-чуть подвигался, пару секунд задышался, так нормально. Все 5 раундов хорошо. Но как раз в том самом 5-м раунде первые 3 минуты, там было все очень опасно, у него как раз появилось второе дыхание, он попал, и потом ты просто встал в клинч и уперся в соперника, потом полторы минуты ничего практически не происходило. Ты уже просто здесь не мог по-другому работать? Ну, и знаете, я знаю, что он когда боролся, много энергии тратил. И я просто, когда ты всем человека, короче, прижимаешь сетки, ты уже в выгодном положении, он должен выйти оттуда. Я, короче, взял это положение и чуть-чуть активность показывал, бил его по ногам. И я думал, что я знал, что я делал достаточно для победы. Ну, не хотел как бы рисковать, скажем так. Ну, я контролировал в пятом, последнем минуту тоже, да, сетка прижала, не мог выйти, я убил, очки зарабатывал. Я считаю, что я каждый раунд выиграл, под единственным, первых пару минут чуть-чуть он был лучше смотрелся, а так остальные раунды я заработал. Что дальше теперь для тебя, потому что с Мухаммадом Бахаевым ты вряд ли будешь сражаться. Есть Тони Джонсон, у которого есть бой с Гончаровым, да, и он, видимо, пройдет в Петербурге. У тебя сейчас будет отдых. Кто твой идеальный следующий соперник, а может быть даже следующий пара соперников? Я не знаю, я так, как бы, я чемпион, пускай они будут теперь говорить обо мне, скажем так, да. Я отдохну, буду наслаждаться победами, потом... Когда выявится противник, скажет, мы приступим к работе. А как тебе соперничество, например, теоретически с Адамом Богатыревым? Ну, Адам хороший парень, здесь сейчас он помогал мне, знаете, если честно, в войнах не хочется драться. Хорошо, Алихан, спасибо тебе большое. Спасибо. Удачи, еще раз поздравляем тебя с победой.